Всем приятной жизни. Стой! Ты уже и так нанес немалый урон. Мы все чувствуем и разделяем скорбь нашей сестры. Ты сеял ужас у портала? Я не позволю тебе войти в священный храм. В реликварии есть нечто, чего там быть не должно. Прах Туитханы принадлежит моему народу. Реликварий был основан после предательства Уриэля, чтобы хранить памятники прошлого и никогда не забывать об ошибках, чуть было не приведших к трагедии. Если забрать прах, то история повторится. Подумай как следует. Стоит ли дело войны? Дело не в войне и мире, не в Элирате и Маласе. Это вопрос выживания для моего народа. Благородно. Но как ты сам понимаешь, после того, что ты сделал с Эраэль, я не могу тебя пропустить. Ну, у нее тут... А, три Серафима. Блин, ну атаковать. Победа. Подземный король. Захватить в сумме 25 подземных городов или крепостей. Даюсь в твои руки. Сделай это быстро. Я не стану проливать твою кровь. Ты исполняла свой долг, я свой. Я получил то, что искал. И теперь уйду. Только глупец сохраняет врагу жизнь. Она не враг, она лишь исполняет волю своего дракона. Как требует того ее судьба. Я больше не намерен сегодня вредить ангелам, Ирис. Нам пора уходить. Так, отлично. Мы далее взяли из ассасиновских наручи и прах. Перчатки ассасина. Надо одеть перчатки ассасина. Физической силе. И... Так, окей. Так, это еще не конец. Это еще не конец. Что еще за задание-то? Взлом, проникновение, бегство. Вернуться в исходную точку. Я слышу шепот, повсюду шепот. Враги со всех сторон. Надо вернуться под землю. Эдуарда, высокая. Так, ну раз надо, значит надо, чё. Погнали. Обратно. О, открылись ворота. Блин, выбор мы не прошли, ну потеряли две единички мы. Фортуны получается, да? А, ну нормально, он не добегает. Мы тут берем. Нормально, нормально. Он еще и не стал флаг посещать, вообще хорошо. Вообще замечательно. Так, это свой? Райлок, берегись, это засада. Да, девушка, ты непревзойденный разведчик. А теперь отдай мне прах, или я заберу его с твоего трупа. Я о тебе слышал, ты Ештар. Твое прозвище — Черный Шепот. Кто приказал тебе поймать нас? Хороший ассасин своего заказчика не выдаст. Отдай мне прах. Больше по-доброму просить не буду. Вот тебе мой четкий и ясный ответ, Шепот. Иди и попробуй забрать. Блин, еще битва. А у меня уже армии, ну так, нету, можно сказать. А, ну у нее, в принципе, тоже. Так, там ассасины по-любому имеются. 7-8. Так, ну давайте долбанем. Три, пять, так.
0-1 ответить на удар. Так. А сфига ли... Так, вот 30 ассасинов, это плохо. Хотя я 7-8 убиваю. Что у нас по заклинаниям имеется? Общая агония. О, нормальная тема, слышите. Кстати, кстати, нормальная тема. А чё, на меня тоже, что ли, агония какая-то попала? Так, ну эти 4 нам надо теперь вот тех вот лучников фигачить. Сволочи, а. Ассасины. Так, ну пока нормально, нормально дерёмся. На тебе 9. Я могу эту сделать невидимой. Давай, ассасина, фигач. Давай, Минотавр, есть минус. Не, ну мы победили все-таки. Отлично, мы победили. Черный шепот убежала прежде, чем я успел получить ответы. Но подозреваю, ее нанял Силсай. Или Минан. Как бы то ни было, дела у нас даже хуже, чем я думал. Надо принести прах Саршану, да побыстрее. Так, появление Рилага. Пройти первую карту в компании Лиги Теней. Замечательно, прошли. Ну, ранг герой, тут вариантов не было, в принципе. Потому что ни замков, ничего. Я обычно, когда могу замки строить, я долго их строю. Вот, поэтому тут штраф за время. А здесь у нас за время штраф. Ну, только то, что я все собирал. Можно было бы, конечно, быстрее. Ладно. В любом случае, карту мы прошли. Давайте начнем следующую. Я так понимаю, что тут все-таки будет 4 карты на... Ну, в общем, в этой кампании. Ну да ладно. Рейлак хранит прах Туитханы. Совет Безликих должен встретиться в полном составе, чтобы выполнить с этим прахом ритуал, который покажет, где искать слезу Асхи. У Рейлага не остается выбора, чтобы объединить Безликих, ему нужно ответить на зов Маласы. Такой ответ сам по себе приключение. Ведь тот клан, который первым сможет пробудить черных драконов, получит право командовать ими. Окей. Ну, понятное дело, я должен получить черных драконов. Кстати, у нас обилка на прирост была, а... Ну, в общем, бесполезная обилка была. Можно было бы другую. Плохие новости. Ониксовый круг вертится. Драконы! Наконец-то пробуждаются драконы! Что? Нет! Я не допущу! Маласа живет. Ее дети просыпаются от долгого сна. Но раскол злит их. Три клана должны объединиться. Нам стоит отрезать тебе язык за эти лживые речи, Саршан. Тогда придется отрезать и мой язык, брат. Ибо я тоже слышу это. Прислушайся. Грядет испытание. Драконы подчинятся только одному сыну Туитханы. Темная участь троих благословлена Маласой. Ее воитель объединит тени и даст тайне обитель.
Я знаю, кому они подчинятся. Что-то мне подсказывает, что это буду я. Доступна ачивка «Зов Маласы». Захватить зловещее ущелье раньше других. Найти путь в Ониксовый круг раньше других и разбудить черных драконов. Так, теневые убийцы, ненавидящие. Что у нас имеется? У нас имеются, ну, неплохая, кстати, армия стартовая имеется. Чё тут? Так, ну тут нам надо бежать быстрее планеты всей и строить, и всё-таки я буду экономику. Так, ладно, побегли. Скорпионы, а что такое скорпионы? А ну-ка, я просто хочу посмотреть. Я что-то таких мобов и не помню. 5-8, но они слабые. Я как слабые. Ну да, слабые. Умк. Блин, ну они прикольные. Так, ладно. Шахту взяли. Где еще одна шахта? Блин, ладно, надо... Так спешить не надо. Они вон тоже не спешат, все зачищают. Поспешишь, как говорится, людев насмешишь. Ой, танцоры с чакрой — это опасные ребятки. Единственное, меня что может спасти, если они будут одним стаком, ну или хотя бы вот так. Так, 3 единички. А куда это? 1, 2, 3. А, да, доходит, слушайте. И 19 вот этих ты можешь убить. Так, ну отлично. И мы их закидываем, этих танцоров. Танцорих с чакрой. Так, отлично. Сняли. Блин, ассасины, конечно, это тема. Особенно под ускорением. Вот я почему ускорение брал главному герою. Потому что он может ускорять не слабо. Гениально, не правда ли? Так, ну... Блин, а вот здесь интересно на самом деле. Двух спалили. Спалили двух. Блин, не, я на этих нападать не буду. Нафиг на инвизеров нападать. Если бы у меня там был какой-нибудь проявитель всех инвизеров, тогда да, гем. Гем надо купить. Интересно, он есть в этой игре? Ну, то есть, не то, что гем, как в доте, да? Ну, кто не знает, это из доты. Имею в виду гем. А вот вообще подобный артефакт. Так, ну тут все стандартно. Кстати, можно общим, но я не хочу тратить ману, поэтому пойду дымажить. Вот так, вот так. Теперь вот эти 36 надо. Блин, а сильно они на самом деле. Двух этих, ну зато это лучше, чем все остальное. Так, 73 мы убили. Так а ради чего? Ради вот этих вот каких-то кристаллов. О! Ты, Рейлак, сын Туитханы! Калистар, сына какого-то быка и женщины, я полагаю. Или наоборот.
Шучу, не смотри на меня так. В общем, я слышал, что тебе не просто привыкнуть к жизни в пещерах. Мы поставили лагерь на леднике и даже восстановили лесопилку. Весьма признателен. Но, дай угадаю, что-то не так? Ты нюхаешь слишком много грибов. Разумеется, что-то не так. После метели кучи льда перекрыли нам выход из пещеры. И? Метель над ледником? Кто бы мог подумать? Но когда она закончится, лед растает, ведь так? Она закончилась. Но теперь ледник осаждают злые духи льда и воздуха. Если тебе нужна лесопилка, избавься от них. Да, мне нужна лесопилка. Так ты бы ко мне присоединился бы, блин. Веставщики Ордан. Так, ну ладно. Где тут лесопилка? Непонятно где. В генетическом коде. Так, ладно. Давайте выносить. Так, Капитолий, 10-10. Я все-таки его построю. Так, снежные девы — это стрелки. Вот она, лесопилка. Ну-ка... А, маги ходят первые. Все понятно. Блин, эти две еще сейчас... Нет. Так не пойдет. Так не... Вообще не пойдет так. Только так... Так я не согласен. Ну вот одну эту. Это правильные потери. Отлично. Духи изгнаны с лесопилки. Теперь мы можем вернуться. Может, ты и правда способен править кланами? Конечно, способен. Так. Ой, что это такое? На восток ветер... Колючий, что большинство картографов не соответствует посещать эту землю. А я не могу туда пройти тупо. Ладно, давайте вынесем мантикоров. Заберем ништячки. Так, надо бы поставить в замке Капитолий. Так, давайте снесем этих. Так, все, Капитолий есть. Ордан. Пошли строить существ. Быстро. Быстро. Как лысая канистра. Тоже, пожалуй, сделаю так, как они. Посижу в замке. Так, что еще не хватает? Блин, рынка нет. Тут вечно не могли сделать, чтобы рынок был сразу вшитый. Ну нафиг его каждый раз отстраивать. Непонятно. Так, ладно. Это высокая. Погнали. Забежим на... Недостаточно очков передвижения, блин. Сейчас забежим на эту.
Ну, тут этих с чакрой не так много. Я их без потерь могу, наверное, снять, да? Да. Кидаем ускорение на ассасина. Он подходит, снимает двадцаточку. 19 делает вейт, и мы ее расстреливаем. Все. Четенько. Изи-бризи, лемон-сквизи. Ладненько, я, пожалуй, на этом тогда этот выпуск и закончу. Большое вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.